Привет, я Даша. Мне нужен твой совет. Масенький. Поможешь мне словом? Я тут подумала. Маленькая предыстория. Не люблю стихи. Да, такая вот я бескультурная зараза. Но, как и из любого правила, есть у меня исключение. И это исключение Мария Семенова. Обожаю ее стихи, многие знают наизусть. Я тут подумала, а не почитать ли мне тебе стихи? Меня в кадре не будет по задумке. Я наложу ряд картинок в тему. Как ты считаешь, будет ли это тебе интересно и другим людям? Вот. Ты можешь подумать, как я могу давать такой совет, если я ни разу не слышала, как она читает стихи? Очень просто. Как-то я их уже читала на своем канале. Ссылку я оставлю где-то тут, тут, тут или тут. Где-то здесь. Пройди, послушай. И напиши мне, пожалуйста. Заранее спасибо. Желаю, чтобы к тебе поскорее пришла весна. Пока. И по скриптум сообщу тебе маленький секрет. Только никому ни слова. А то вдруг накакаем. Кажется, мой город, она уже пришла. Ну все, пока.